Друзья, ну и, конечно же, побывав на Арбатке, мы не могли не показать вам озеро Сиваш. Озеро Сиваш – это самое мелководное и самое большое озеро в мире. Значит, я анализировала, почему его называют Сиваш, если перевести с украинского «сиве». Оно действительно как сиве. Самое мелкое озеро. Вот идешь, идешь, еще даже не по косточке. Вот. И дальше мы видим уже Крым. Вот это перешеек. Дальше перешеек Крыма. Как говорят местные жители, что с этого озера некоторые и берут грязь. Действительно, если копнуть поглубже, то есть здесь черная грязь, есть серая грязь. И я провела аналогию, получается, что вот эти розовые водоросли, они живут в соленой воде. В этой воде, вот Сиваш, он не такой соленый, я даже его пробовала на вкус, он так чуть-чуть соленоватый, где-то такой, как море. Не, чуть-чуть более соленый, чем море. И вот мы сколько идем, вот это Седое озеро и заканчивается. Мы как-то даже прошли 1,5 километра, засекали. Вот, а оно все время идет. Там чуть дальше, чуть дальше по колено. Все здесь плюхаются. Люди сюда идут, чтобы намазаться. Здесь чуть побольше грязючки, поэтому намазывается грязючкой. И потом можно спокойно плюхнуться деткам. Деткам радость. Деткам радость, они здесь можно поплюхаться, полежать, водичка теплая, попрыгать, детвори радость, попрыгать, побегать. Прекрасно, да? Замечательно. Можно бегать, прыгать и не страшно. Да, здесь классно, классно. Такое озеро прелестное. Вот такой прекрасный Сиваш. Это то, куда мы пришли. Вода теплая, на улице тепло, вода теплая. Муж пошел сразу же смывать соль. Рядом уже соленого озера. Буквально пройти немножко и Сиваш. Ну вот что интересно, что здесь живности мы не наблюдали. Наверное, потому что оно мелководное. Вот сейчас я уже столько иду, я еще не зашла по колено. Идем, а по колено еще не зашли. Чайки, конечно, здесь плавают. Ну, значит, есть им что покушать. Все же может быть. Очень интересно походить, побродить в теплой водичке, попрыгать, полежать в грязючке. Ну вот, ради интереса можно здесь и походить. Сколько смотришь, оно не заканчивается. Идешь, оно не заканчивается. И Седое. Вот обратите внимание, здесь грязь. Только что я стала в эту. Да, здесь грязь косметическая. Косметическая почему? Потому что она не имеет неприятного запаха, косметическая грязь, и она подтягивает кожу лица. Да. Все, дальше мы вам покажем еще соль. Покажем, где можно взять черную грязь, серую грязь, и где можно взять соль. И рапу, да, что такая рапа, расскажем. Подписывайтесь, друзья, с нами интересно.